Смотрите, вот, конечно же, вот этот, в который все, ну, так скажем, сходили после коктейльчиков. Это у нас бар при бассейне. Вот это бар на пляже. Там же можно и позавтракать. У нас море. Где-то там у нас пирс. Вон там вон красный флаг пирс. Сейчас ветер поднялся. Вот, а это у нас корпусы. Отель, конечно, на четверочку, но на прекрасную четверочку. Просто офигенную четверочку, потому что кормят тут зашибенно. А мясо это просто кайф, как супер классный шашлычок у нас дома. Нет, отель, конечно, шикарный за свои деньги. Это просто огонь, бомба. Всем советую. Конечно же, всегда найдутся люди, которые найдут изъяны, но я из тех, кто любит вкусно покушать и хорошо поспать и покупаться. Для этого подходит этот отель. А вход, конечно, не с этого места, там сплошные кораллы, поэтому там можно только помочить ножки. Если хотите купаться прям на глубине, это надо идти вот где красный флаг, там мостиком. А если хотите нормально заходить в воду и купаться в ней, то это есть там еще другой отель, вон там вдалеке, и там уже можно зайти и спокойно купаться. Но там иногда приходит какой-то охранник и выгоняет, так что надо вот специально найти такой момент, чтобы успеть без него искупаться, и там будет классно. Вот. И берегитесь ежей, потому что на них тут частенько наступают. А вот это уже отель. Тут мы обычно бухаем вечерами. А вот тут вечерами играют в теннис и бильярд. И никогда нет места свободного. Так что приезжайте, хороший отель. Яркая.
Это сзади, да? Где сзади там галочка? Слева. Где удобно? Справа или слева? Можно попросить? Ой, короче, да? Я даже это опустил. Не, у меня прям глаза прожжены. Нравится, кроме вот этого чувака, да? Давай позы, страйк. Еще раз? Да. Я не так уж давно. Хорошо, давай. Поза, следующая. Да, еще. Как будто ты не Египет, ты Дубай. Чего вас спросить, нет? Ну, занос видно было. Слабо, да? Ну, слабо, да. Ну, видно. Природа придумала же, да? Упал. Да, кстати. Пойдем в садик. Поэтому давайте. Очень жутко, что она...
Они забирают бананы зеленые в мешках по мужчине на 10-15 дней, чтобы отрывать. Богиня Злат, богиня Сехмет, богиня войны и богиня домашнего очага. Богиня Сехмет. It's not a joke.